Ребятки, всем привет! Начинаю влог в машине. Мы едем с детьми. С мамой нас повезла сначала до налоговой по моим делам. А потом у нас в планах зоопарк. Но если Сёма будет плакать, то мы ни в какой зоопарк не поедем. Что? Сейчас мама заедет по своим делам, быстренько сходит. Ты посидишь, мультик посмотришь, я схожу, ладно? Нет. Что? Я кого попал. А потом в зоопарк поедем. Но мне надо сначала мои дела тоже сделать. Где? Где? В налоговой. Где да? Ну вот мы сейчас туда приедем, я тебе покажу. Короче, мне что-то сегодня все утро, я тут бегаю. Сначала всех покормить, потом за всеми убрать, пылесос запустить. Все, помыть, что-то вообще сегодня бегаем без остановки с самого утра. Мы сделали свои дела в налоговую. Ну как, я точнее узнала, что мне нужно декларацию подать. Совершенно случайно, я вообще про нее забыла. Но как бы ладно. Сенечка у нас поспал 40 минут, Сёма ходил со мной в налоговую. Мы сейчас доехали до зоопарка. Ну такой тут, типа мини-зоопарк. Что, мы ее позовем? Кого? Бабу Любу-то. Ну позвони, что она там, не знаю. Будем ждать ее. Баба Люба! Так все, мы, наверное, с ним слышит. Она пока еще у дедушки скоро приедет. Где? Будем вылазить. А мама нам откроет этот багажник моя. Мама. Подожди, стой, не открывай, подожди. Мам, ты багажник там достань коляску. Угу. Сейчас выедем. Все, мы зашли, купили билетики. Что они стоили? 400 взрослый? 300 детских. А, нет, 700 рублей взрослые, 400 детские. Смотри. Зашли, сейчас я тут разглядываю. Сеньку в рюкзак здесь нельзя, оказывается, с колясками. Ну, мы коляску, конечно, брали на всякий случай. Смотри. Мы сказали, что нельзя. О, еще один. Сенька, тебе видно, нет? Еще один. Сколько кенгуру здесь? Здесь, да. Они же такие маленькие. Я думаю, они огромные должны быть. Баба. Маленькие кенгуру еще. Баба. А. Здесь еще один. Тут да, у меня лапы-то сильные. Иди сюда. Это что? Лиса. Я распласталась их... такая, ноги назад. Не видно. Не видно? Вроде корм можно было им покупать, нет? Что, спросить может? Ну, я... Или это в другом можно было покупать? Мне кажется, они сами... Такой лапочки. Видишь, ты сами решетки делаешь, чтобы мне не давали мне. Ой. Где-то еще тут один, но он убежал туда. В домик спрятался. Да, вижу. Видишь? Мне кажется, там еще с другой стороны можно зайти. Там, наверное, внутри, но есть. Так, что там, ты замуж как наша? Синий такой выглядывает, лежит. Смотри, лежит, лапки сложил. Еще один, смотри, как они стоят. Смешно. Вот смотрим, там рысь спит. Жарко. Лицо светлое. Ты видишь, Сенька? Ты не видно, на камеру тоже не видно. Он там в домике внизу спит. Думаю, что там мелькает наверху. Вон там обезьяна сидит. Так давай я тебе закажу успокоить. Идем гуляем. Тут, смотрите, стая дикобразов. Ого. Видишь, какие? Все выбежали. О, сколько их. Вот только один угол. Там мишка. Тебе видно вообще? Тебя может поднять или ему видно отсюда? Не знаю. А, видно. Он что-то как-то странно ходит туда-сюда. С ним. Не подходи, Сём, близко только. Пальчиками не надо делать. Ему видно? Не должно быть. Баба, это что? Ламы? Ой. Пони. Сенька, смотри. Им какой, да? Тут курочки. Сём, ты видел курочек? Так, подожди, мы туда не посмотрели. Видел? Мы поднимаемся сейчас. Тут какой-то такой домик есть. Вот тут посмотреть, смотри, кто тут живет. Повернись. Ух ты. Это кто?
Она на тебя так смотрит, как Сеня. Обезьянка. Рот только, такая открывает. Только так. Киса. Ой, смотри, Сём, он еще и бегает, смотрит за тобой. Ну, пойдем посмотрим. Тут лежанки для котиков. Лежанка, пойдем покажу. Кошачий или лемур, а где он? Он лежит. Ух ты! О, смотри, видишь? Кто это? Кого ты видишь? Ты видишь еще, да? Ну, какие маленькие! Только тату. Ой, какие малюсечки. Ну пойдем я здесь. Не, привет. Обезьянка. Кто там? Как тут котиками пахнет. А, смотрите, какой-то маленький звереныш. А такой? Вот это он и был там. Ну, это кто? Непонятно. Что-то на обезьянку похоже. Не написано нигде? Нет. Это что? Сонечка, я не знаю. Какая-то обезьянка такая странная. Смотри, там кролики. Поднялись тут морские свинки. Тут кролики прям сидят. Ручки нельзя им туда еще. Там кто? Там, да. Кто там, крыша? Какие мальчики. А тут кто? Вон он сидит. А тут пака еще какая-то. Вон она ходит наверх. Ой-ой. Баба. А, сова вон тут глазеет. Не знаю, кто это. Пака какая-то, а кто такие, я не знаю. Они там такие прям вообще малышечки. Они что-то строят или они так оттуда вытаскивают все? Что? Там кто-то сидит. Вижу. Ой, там птицы. Вон красные. Мы зашли, тут такой типа домик, я так поняла, здесь для отдыха. Столики стоят. Диванчики. Сёма он захотел на эту лошадку. Ой, они тоже не маленькие. Держишься. Весело? Ой, хорошо. Баба Люба к нам присоединилась, кстати. Зашли с детьми в туалет. Тут вот такой мини-туалет детский. Тут еще оказывается, есть зона. Видимо, можно попить чай. Обалдеть, классно. Мама, вот эти сурикатики изнутри. Такие постоянно бегают, постоянно в движении. Это прям как ты, Сенечка, да? Большие, наблюдает так внимательно. Что вы там разглядываете? Жуков там не видели? Кого? Трещат, как у чалика, да? Пойдем наверх. У чалика поменьше. Мам! Это мадагаскарские, да? Мама! Да, у чайка. И тата нюнет. Калачиком свернули. Интересно, все такие лежат, спят, а этот смотрит, наблюдает за всеми. Охраняет, судя по всему. А я думаю, что он один там на улицу иногда выходит? Больше никого нет. Он охраняет. Блин, какой дюмаренький. Ты не стучи по стеклу. Нельзя. Ой. Хвост какой единый. Это что, это лемур, наверное? Ой, какой хвостный, он прыгает как. Это, смотрите, она спать легла. Что спит? Ух, какой лебеди! О, рыбина какая, да? А где толстый лой? Он под одеялом. Тоже что ли спит? Смотрите, как она так мило спит, блин, фокус там прям на окно. Давай спит такая. Баба, люблю. Смотри, смотри, сколько птичек. Они там вон, смотри, спят. Там на диванчике вон. Так они везде тут. Маленькие. Вау, спят. Я говорю, смотри, написано толстый лорик. Он, наверное, вот там спрятался. Ну, судя по всему, да. Ой, смотри. А что это за чешуя от него? Мама, смотри, а что это у него там за чешуя? Да, подожди. Сейчас, Сенька, я тебя покормлю. Где? А, вон они. Ох, какие ушастые. Четыре. Это кто? Ленивцы? А, нет. И грунка белоухая. Белоухая. Да, все, пойдем, Сенечка, я тебя покормлю.
Мы, короче, решили по гостям заехать. Заехали к моей бабушке двоюродной. Сейчас пошли чай попьем, потом к моей родной бабушке поедем чай пить. Потом домой. Надеюсь, Сёма поспит в машине. Хотя бы полчасика. То сегодня у него такой дневной сон не очень полноценный получится. Ну, попробуем. Ух, ребятки, мы добрались до дома. В итоге мы не пошли к бабушке, в гости не заходили к моей, а просто ее высадили, довезли до дома, так как дети уснули. Хотя, чтобы Сёма нормально поспал хотя бы часик. Ну, в итоге мы потом просто домой поехали, нас мама завезла. Мы с ней немножечко погуляли, она зашла, у нас перекусили, и все, и мама уехала. Сейчас я занимаюсь домашними делами, ставлю кушать, готовить. Сенька ползает так вот у нас за самолетиком. По всей квартире он от зала до сюда заполз. Сейчас он самолетик туда поехал, и он за ним. Ну, короче, весело. Хорошо, погуляли, мы только пришли домой, ну, после вот того, как приехали, после прогулки нашей тут возле дома. И такой ливень у нас пошел. Ну, сейчас уже как-то все прошло. И опять жара. Но ливень прям был очень сильный. У нас опять пришел дождь. Гроза. Гром гремит, сверкает. Что-то как-то резко испортилась погода, потому что вроде только что было светло очень. У нас были закрыты шторы. А сейчас просто все сверкает. Да, мы ждем папу с работы. Сейчас уже скоро Арсюш пойдем укладывать спать. Что он у нас как-то мало сегодня спал. В общем, где-то 2 часа, наверное, дневных у него было. Но впечатление, да, сегодня? Впечатление и впечатление. Ты там, ты себя увидел? Ты булочка. Вот это сверкнуло. Люблю я грозу смотреть, когда... Я нахожусь дома в уютной квартирке. Помню, как летом раньше на дачу к бабушке уезжали. Ну, не на дачу, точнее, в деревню. На все лето. И вот когда были такие дождливые дни, мы сидели там на веранде. Болтали, пили чай, щелкали семечки. И смотрели на грозу. Вот это было круто. Есть одна проблема. Это Саша Белякова. И Саша Белякова популяризирует уже достаточно популярную Кристину Егиазарову. Ребятки, у нас закончился день. Дети спят. Сёмка сегодня просто быстро вырубился. Ну, судя по всему, из-за того, что, во-первых, мало днем поспал. Час. Он обычно где-то меньше полутора не спит. Иногда даже больше. Иногда может 3 часа проспать. А во-вторых, ну и интересные новые впечатления, видимо, повлияли. Я сейчас тоже отправлюсь в кровать, потому что меня прям вырубает. Что-то сегодня рано как-то проснулись, ну, в 7. Ну, просто последнюю неделю я вставала в 8 и уже привыкла. И сегодня сама тоже устала, поэтому прощаюсь с вами. Увидимся завтра. Всех люблю, целую, всем пока.